По состоянию на 13 апреля коронавирусом в стране заразились 18 тысяч человек. Случаи COVID-19 зафиксированы в 82 регионах. Больше всего заболевших в столице, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделило около 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам. По словам премьера, эти деньги получат врачи и медперсонал, которые борются с коронавирусом. С 15 апреля в Москве ведут пропускной режим для передвижения на автотранспорте. Получить цифровое разрешение жители столицы могут уже сейчас на портале mos.ru. Въезд в город ограничен для транспорта из других регионов. Руководство КНДР усилило меры по борьбе с пандемией. В стране будут проводиться масштабные тестирования для выявления зараженных COVID-19. Минздрав Испании зафиксировал снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Ранее власти ослабили ограничительные меры, чтобы спасти экономику. С понедельника испанцы начинают возвращаться на рабочие места. Российская школа с трудом переходит на онлайн-обучение. Еще накануне перевода образовательных учреждений на дистанционный формат работы в Минпросвещении заявляли, что школы к такому формату готовы. В реальности все оказалось не так просто. Не просто не готовы школы к этому, а к этому даже плохо готовы те школы и те регионы, где уже даже давно действует система электронной школы. Как ни странно, может быть, школы более готовы, хотя насчет полной готовности, как бы это помягче сказать. Даже в Москве не срабатывает интернет, обрушиваются сайты, не удается нормально провести дистанционные уроки. В сельских школах России в большинстве нет скоростного интернета, нет интернета широкополосного, который позволил бы обеспечить нормальное дистанционное обучение, а у сельских ребят тем более не хватает компьютеров. По данным соцопроса Фонда «Национальные ресурсы образования», 77% школьников уже жалуются на увеличение объема домашних заданий, 49% признались, стали больше уставать. Колоссальная дополнительная нагрузка легла и на педагогов. Первое, что надо начинать, это резко уменьшать нагрузку учителя и резко увеличивать его заработную плату. В противном случае будет то же, что в прошлом году происходило с врачами, когда они коллективно увольнялись из различных больниц из-за того, что дикая нагрузка не соответствует ничтожной заработной плате. Недавний опрос НАФИ показал, что половине учителей требуется серьезная помощь в переходе на дистанционный формат. Еще четверть говорит, что у них нет соответствующих навыков. Все участники процесса указывают на полную неготовность инфраструктуры. Во-первых, у нас нет методик под обучение по этой системе. Мы методически не подготовлены. Во-вторых, мы не подготовлены с точки зрения технического обеспечения. Это нужно, чтобы каждая школа, каждая семья владела соответствующими техническими средствами обучения. В-третьих, нужно подготовить для этого практически каждого учителя. Кроме того, эксперты убеждены, если дистанционное образование сохранится в его нынешнем виде, это может привести к дополнительному социальному расслоению. Сегрегация явно усиливается, причем она усиливается дважды, и в территориальном плане, и в социальном. И в этом смысле зависимость уровня подготовки детей от денег и от места жительства только увеличивается. Сегодня Минпросвещение уже рассматривает вопрос о досрочном окончании школьного учебного года. Неутешительная статистика. В Чувашии за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 15 человек, в том числе пациентов и врачей двух больниц. Всего в регионе выявлено 65 случаев заражения COVID-19. По мнению коммунистов, оптимизация медицины в республике нанесла сильный удар по отрасли. Сейчас все совершенные ошибки становятся особенно заметны. За последние 10 лет количество коек инфекционных отделений Чувашской республики были сокращены, знаете, в два раза. Вот было где-то 1200 коек, а сейчас где-то 560. И, соответственно, вот видите, вот оптимизация, вот простой пример, понимаете, инфекционных отделений, они сокращены. В КПРФ уверены, самая серьезная проблема сейчас – медобслуживание на местах. Не хватает вот первичного звена, вы понимаете, да? Человек живет в деревне, деревня в 25 километрах от районного центра, так? В районном центре никому не обратишься, потому что там была районная больница, а ее сократили, оптимизировали. На борьбу с эпидемией с федерального бюджета Чувашия получила 218 миллионов рублей. Этих денег на решение всех проблем не хватает.